Я лучший китайский нож из 8CR13 MEV. Я BL02. Сейчас мы выясним, кто лучший нож. Привет, YouTube, привет, русскоязычная ножевая комьюнити. Простите за такое идиотское представление, но просто мне просто так скучно тестировать канат. Сегодня Tenacious у нас на канате. Сейчас-то мы и узнаем, насколько спаевская 8CR13 MEV интересней. Собственно, непонятно чьей 8CR13 MEV. Условия стандартные. Канат джутовый, 18-мм тросовый звивки. Спайдерка Tenacious. Вот. Заточку сейчас посмотрим. Ну, я ни на что не рассчитываю, я ничего не знаю. Посмотрим. Самому интересно, насколько Tenacious интересен в бюджетном плане. Ну, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, простите, 11, это задумался. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Простите, опять задумался. Но режет он классно, как бы, никаких проблем пока нет. Дальше продолжим. Что-то я какой-то отстранен был. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три срезов прошли, чуть-чуть мыльца половил. Самый малый он уже есть. Вот. А рукоять вызывает на поражение вот в этих частях. В общем, все стандартно, да, пение. В чем, наверное, причина? У B рукоятка толще, видите? Все-таки вот когда вы выбираете нож себе, да, особенно если ваш первый нож, или это нож, который не играется на работу, старайтесь смотреть что-то с более плотной рукоятью. Да, при ношении это не так удобно, да, это тяжелее, бла-бла-бла-бла-бла. Но в работе это намного удобнее. Три десятка прошли, на четвертый идем. Раз. Два. Три. Четыре, да? Это пять. Это шесть. Это семь. Это восемь. Это девять. Это десять. Ну, мыльца ловится, ловится мыльца. Но я думаю, полтинник я сделаю. Вот. Но ножик пока идет бодро. Сань, прости, брат, но ты все, отдыхай. А, уже видно, да? Как бы. Правильная термообработка против неправильной термообработки, что дает. Ну, вы скажете, слышь, тут обух толще. Ну, на самом деле-то толще, да, но не настолько сильно, чтобы шах. Плюс здесь спуски вогнуты. Так что, пес его знает. Пятый десяток. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. 50 прошли. Геометрия, смотрите, тоненькая, спуски от обуха. Повторяем перин. РК довольно бы длинненькая, интересная. Я не хочу сейчас ничего говорить, но пошли на шестой десяток. Уже, ну, как бы сейчас, давайте пройдем и там посмотрим. Раз.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 60. 8 CR13 MUV, я подчеркиваю. 8 CR13 MUV. Уже в два раза. Это я к вопросу, что это правильные пацаны считают, что брать бренды — это как бы глупо. Берешь китайца и не паришься, и все то же самое, только дешевле, потому что за бренд слухов не дерут. Ну что, убедились, да? Как бы сказок в жизни не бывает. Пошли на 7-й десяток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что, намотка скотча у нас? Но перед этим я все-таки попробую. Нет, вот, наверное, все-таки пойду на 8-й десяток. Посмотрим. Но довольно сильные болевые ощущения уже в руке. Рукоять опять же включается, достаточно неприятно. Но я так полагаю, сейчас владельцы крысы, любители очень большие крысы, ненавистники тинейшеса должны покрыться холодным потом. Крыса тоже побывает на этом канале. Вы уверены в своем любимце настолько, насколько уже показал этот маленький черный красавец? Я считаю, что Tenacious — это просто реально, вот сейчас я уже могу сказать это на 100%, это просто чумовой бюджетный нож. Я не знаю, да, это как бы не пара-два, которую, кстати, он уже сейчас и догонит, но тут надо понимать, какой момент. У Тина обух тоньше, вот, у пары потолще, а геометрия, да? То есть я думаю, в тесте РК непосредственно все-таки у Тина не будет никаких шансов. Ну и потом, пара из S35 Вен, на которую было много нареканий. Вот. Геометрия резучая абсолютно. Классный, бюджетный DC фолдер. Просто у меня нет слов. Я в восторге от этого Тина. Сколько мы уже прошли? Мы прошли 70 резов, да? Еще один хотя бы рез, и бак будет повержен. Что, в общем-то, довольно-таки серьезно. Вот. Ну, еще чуть-чуть намотаю. Ну, очень приятный нож, очень приятное ощущение. Единственное, что рукоять наминает пальцы. Ну, посмотрим. Черное покрытие, кстати, по-моему, не вызывает никаких проблем при резе каната. Вот такие вот китайцы. Очень интересно, конечно. Очень. Просто супер. Кто-то у меня в комментариях написал, что прикинь, крыса будет с S30. Я сейчас хочу сказать, а прикиньте, Тин будет с S30. Это будет второй перин, только легче. И этот второй перин, только легче, убьет к чертовой матери продажи парамили. Ну так, слово. Если он будет стоить сравнимо денег. Поэтому его не будет. Что, погнали, 8-й десяток. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. После этого ты поверю бумагу. Очень мыльно идет. Восемь. Девять. Десять. Ну давайте попробуем бумажку посмотреть. Плюс у меня хороший показатель. У меня нос залит просто потом со лба. А это означает, что я неплохо поработал. Это означает, что усилия прилагаются уже серьезно. Тем не менее, 80 резов. 8 CR13 MUV. Ну какого хрена? Кто бы мог подумать? Честное слово, а? Я в восторге от Тина. Молодец, малыш. Отодрал, просто нахрен отодрал китайцев. Не просто порвал, а живого места не оставил. Ох, молодца. Я честно скажу, вот внутри я болел за этот нож, потому что, ну,
Я уже рассказывал его историю. Он как-то сразу ко двору не пришел, но потом он доказал, что это нож. Ну смотрим. Посмотрите. Это просто финиш, это охренеть. Вот здесь он уже, видите, не режет. Я закончу. Но вот там, где режущая кромка почти не работала, он еще срезает. 80 резов, понимаете? Бомба, а не нож. Дайте мне крысу. Будет вам крыса. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.